Здравствуйте. Урожай зерна в России может составить рекордные 116 миллионов тонн. Эксперты Института аграрного рынка повысили прогноз по сбору зерна в этом году. Как сообщил Интерфакс, руководитель организации новый прогноз на 2 миллиона тонн выше предыдущего и повышен на основе текущих данных по урожаю. Между тем, прогноз Минсельхоза по сбору зерна в этом году существенно отстает от оценок экспертов зернового рынка и составляет 106-110 миллионов тонн. По данным на 8 августа, урожай зерна составил 62,5 миллиона тонн против 48,5 миллионов тонн на аналогичную дату прошлого года. Более половины россиян стали покупать товары в магазинах под собственной торговой маркой СТМ. Владельцами таких марок являются сами розничные сети. На частные марки начали переходить даже люди со средним материальным достатком. Об этом свидетельствуют данные компании Ipsos Comcon за первое полугодие 2016 года. По данным компании, в крупных городах частные марки имеют большую популярность. Например, в обычных миллионниках доля потребителей СТМ 61%. Растет и количество домохозяйств, которые покупают товары СТМ. Например, в первом квартале 2016 года их покупали 36% семей, во втором квартале уже 41%. Такому распространению СТМ способствует снижение доходов населения, из-за чего потребители чаще ищут низкие цены и выгодные предложения. Напомню, владельцем собственной торговой марки является розничная сеть. Создавая частные марки, компания получает большой контроль над производством, качеством товара и ценообразованием. Торгово-развлекательный центр «Семья» решил сделать ставку на набор уникальных для нашего города магазинов. Этой весной в «Семье» открыли сразу три новые точки известной испанской компании Inditex. Пермякам она знакома по бренду Zara. Открылось два магазина одежды «Massimo Dutti» и «Pull&Bear», а также бутик товаров для дома «Zara Home». Как заявляют в «Семье», в конце года ожидается открытие крупного магазина товаров для хобби «Леонардо». Это будет единственная торговая точка этого бренда в Перми. Сегодня число уникальных магазинов, которые собрала семья, уже превысило 4 десятка. Одновременно с этим семья расширяет набор услуг для клиентов. Открылась детская игровая площадка, появились детские столики на фудкорте, а также комната матери ребенка. Чердынь вошла в топ-10 популярных городов у туристов, которые путешествуют по малым городам России. Результаты рейтинга основаны на данных поиска и брони гостиниц в 2016 году. По популярности у туристов Чердынь занимает 7-е место. Малые города России привлекают туристов фестивалями и событиями. По данным сервиса, проживание вдвоем в гостинице в таких городах обойдется от 1 до 1,5 тысяч рублей в сутки. Между тем, Пермский край имеет положительную динамику роста основных показателей туристической отрасли по итогам прошлого года. Согласно данным Росстата, число ночевок в гостиницах Прикамья выросло на 15%, с 2,9 миллионов до 3,3 миллионов единиц. В среднем туристы находятся на территории Пермского края 5 дней. Рубль укрепляется 5-й день подряд. Курс доллара, по данным Центробанка, на 10 августа составляет 64 рубля 78 копеек. Курс евро – 71 рубль 75 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.